всегда наказываете заключенных еще до суда. Прокуратор. В чем вы обвиняете этого человека? Мы не привели бы его к тебе, если бы он не был злодей. Прокуратор! Он совращает наш народ и подстрекает его к восстанию. Он проповедовал ложное учение. Почему бы вам тогда не забрать и не судить этого человека по своим законам? Прокуратор, закон не позволяет нам предавать кого-либо смерти. Не позволяет! Не позволяет! Не позволяет! Не позволяет! А этот возмутитель спокойствия заслуживает смерти! Смерти? Да! Да! Достоин смерти! Смерти! Заседание Синедриона пришло к заключению, что этот человек является преступником и возмутителем спокойствия народа. Поэтому мы и пришли к тебе за утверждением этого решения. Разве вы не этого пророка встречали с почестями в Иерусалиме несколько дней назад? А теперь жаждете его смерти? Вы можете объяснить мне это безумие? Он запрещает платить дань кесарю. И называет себя царем иудеев. Он говорил, что может разрушить храм Божий и в 3 дня создать его. Призывал ли ты когда-либо не платить дань кесарю? Ты действительно царь иудейский? От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе обо мне? Разве я иудей? Твой собственный народ и первосвященники привели тебя и просят приговорить к смертной казни. Скажи мне, говорил ли ты, что являешься царем иудейским? Царство мое не от мира сего. Итак, ты царь. Ты сказал, что я царь. Человек. Я допросил его и не нашел за ним никакой вины. Ирод не признал его виновным, и я не считаю, что он повинен в тех преступлениях, в которых вы его обвиняете. Я думаю, что его следует освободить. Но прокуратор, кто готов выйти и свидетельствовать против него? Я готов. Друзья и враги ждут, что скажут защитное слово уста. И молчание прорвется, чтоб даже глухим стало в жестах понятна твоя правда. За Сына Божия. И по нашим законам он должен умереть. Откуда ты родом? Кто ты на самом деле? Почему о тебе говорят, что ты Сын Божий? Что же ты молчишь? Разве ты не понимаешь, что в моей власти отпустить тебя или распять? У тебя нет надо мной власти, кроме той, что дана тебе свыше. Почему вы решили, что я пошлю его на смерть из-за того, что его учения расходятся с вашими традициями?
Вы должны забрать его и судить по своим законам. Если ты освободишь этого человека, значит ты не друг Кесарю. Я позабочусь о том, чтобы император узнал обо всем. Ваша жена Клавдия. В другую сторону пора. Для чего ты пришла? Пилат, прошу тебя, не делай ничего праведнику этому. Прокуратор, ваша жена не может. Простите. Прошу тебя, не делай ему никакого зла. Прошу тебя, Пилат. Этой ночью во сне я так много пострадала за него. В час сна, едва я склонила голову свою, я увидела таинственное видение. Я видела Иисуса. Лик его блистал, как солнце. Он парил на крыльях херувима и, казалось, был готов судить поколения народов, собранных у его стоп. Мгновением своей десницы он отделял добрых от злых. Первые возносились к нему, сияющие вечною красотою, а вторые низвергались в бездну огня. Прошу тебя, Пилат, не делай этого! Что я могу сделать, Клавдия? Они давят на меня. Сейчас Пасха. На праздник, по обычаю, ты можешь отпустить одного из заключенных. Отпусти Иисуса! Пилат, прошу тебя, отпусти Иисуса, Пилат! Итак, вы знаете, что по обычаю на Пасху я отпускаю одного заключенного. Так как я не нахожу его виновным, согласно обычаю, предлагаю отпустить Иисуса. Лучше отпусти на Варяну! Что же мне делать с тем, кого называют царем иудейским? Распни! Нет у нас другого царя, кроме Кесаря! Распни его! Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу. Принесите мне чашу с водой. Я не виновен в крови этого праведника. Кровь его на нас и на детях наших! Делайте с ним, что хотите. Выносите крест!
спасите солдат! Thank you.
Собираюсь сам.